20 марта в мире отмечается Международный день счастья. Этот праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 5 лет назад по предложению маленького королевства Бутан, жители которого считают себя самыми счастливыми в мире. А вот что нужно для счастья одесситам, мы узнавали на улице города. Здоровье близких – это самое важное. Ну, какой-то достаток, чтобы можно было прожить более-менее. Просто здоровье. Здоровье и все. Счастье заключается в здоровье. Если здоров человек, он хочет жить, любить, творить и все прочее. Счастливым нельзя назвать себя, потому что идет война у нас в стране, люди гибнут. Счастье заключается в том, чтобы был мир, благополучие в стране, чтобы были близкие, живые и здоровые. Вот и все. Получить высшее образование, наверное. Вот, да. Заработать много денег, путешествовать по миру. Во, путешествовать. Чтобы быть счастливым, мне нужно путешествовать. И счастье, чтобы был мир, чтобы был покой в этом городе, и чтобы, ну, радовались люди. Это очень важно, чтобы каждый радовался. Уже счастье, уже мое все. Уже и дети повырастали, уже все, и внуки, и правнуки есть. Вот и счастье мое. Здоровье всех близких. Любить друг друга. Чтобы детки были здоровенькие. Многие из наших собеседников на вопрос, счастливы ли они, ответили положительно. У меня сегодня внучек именинник, 18 лет. Чего бы не радоваться. Меньше зацикливаться на проблемах бытовых особенно, на отношениях бытовых, на всех таких мелочах. Это все мелочи. Жизнь-то одна. Да, я очень счастливый человек. Я просто очень счастливый человек. Я счастливый человек, потому что я христианка. Поэтому я воспринимаю этот мир как мир, который дал Бог. Любимая жена есть, ребенок. Что еще надо? Здоровые родители. Мудрецы говорят, счастье не зависит от внешних обстоятельств, оно внутри. И каждый человек сам для себя решает, быть ли ему счастливым.